Едет, да, махина. Вот мы стоим на дороге. Мы стоим на дороге. Короче, закрыли вот этот проезд. Это поднялся мост. Вот для вот этого вот судна. Там видно, не видно. Он достаточно высокий. Такой город прикольный. На озерах вот оно двигается. Вау, какая огромная штука. Двигается. Вот так все стоят. Ждут. Вот так вот все ждут, стоят машины. Класс. Сейчас он будет проходить. И после его прохода опять мост опустят, и трафик продолжит свое движение. Такая вещь, такой высокий мост. А мы сначала не поняли, для чего такой высокий мост. Вау, какое огромное судно. Какой-то вау. Вот оно стоит. Что самое интересное, мост подняли уже как-то заранее. А там никто не будет ехать. Все стоят. Если что, они мне пипикнут. Волнуются за меня, говорят, что я стою на дороге. Вот такой судьба огромная. Какое огромное. Длинное очень. Вот уже здесь нос. Еще до сих пор оно не прошло. Такое длинное судно еще не каждый день увидишь. Ой, даже в камеру все не умещается. Движется и движется. Еще до сих пор проходит. Вот это длинная какая штука. Ни конца, ни края не видно. Какая-то сзади огромная, высокая, почти с размером в этот мост поднятый. До сих пор проходит судно. Уже, по-моему, несколько минут прошло с тех пор, как оно начало проходить. Какое длинное. И сразу после этого, очевидно, мост начнет опускаться. Ну вот, такой интересный экспириенс. Не каждый день такой увидишь. Ну вот и все. Шутки шутками, а судно проходило 5 минут.
насколько оно длинное.